school for it? Huh? Yeah. Вторая мировая, погибшая во Второй мировой. Кладбище в Бельгии. 4 ноября 45 года. Музей такой своеобразный, небольшой. Такое вот знамя или флаг свернутый означает, что погиб и похоронен. С почестями, с воинскими. Чикаго Сан. Ой, японские денежки. Никогда не видела. Это иены, что ли? Похоже, что иены. Но старинные. Japanese money. Да. А вот китель парадный. Отойду подальше, чтобы показать. О, да там наверху еще что-то есть. А что здесь наверху? Каролайна, Висконсин. Это в этом селении или городке проходит сегодня парад. Вот такой вот музей здесь у них был еще. Сити-холл, по-моему. Такое. Это мэрия, что ли, наверное, просто. Арсакульже, наверное, так. Это типа бассейн турецкий. Ага. Сан-Франциско. О, это газета. Старбук. Смотрите, как December 7 бар. 41. 7 декабря 1 года. Какие газеты? А вот смотри, август 14-40 интитово. Тетика. 4-5. История. 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 Перл-Харбор. Это когда японцы бомбили госпиталь. Это американцы Перл-Харбор. Били. Италия. Декабрь. На 142 году. 1942 году. И вот газетка 14 августа 45 года. Вот даже сохранить. Вот тут девять. Надо. То, что касается Второй мировой. Здесь и японцев. Так, скажем. Так. Покажем. Ну, в общем-то, наверное, достаточно. Вот эта форма мне нравится, что Navy. Ой, мамная форма морского. Не военная, наверное, форма, а просто форма моряка. Орин Бланш. Блэш. И награды вот такие.
Ну, в общем-то, достаточно, пожалуй.